Утро. Добрым. Не бывает. Еще давай. Руки сгибай. Афоня. Так, ну что я сейчас делаю? Распечатала чек, потому что потеряла с Фаберлика. Сейчас буду сдавать мужские брюки, потому что померили все их. И они на всех большие. Вот. И перезакажу, потому что брюки очень здоровские. По виду, по качеству и по цене. В общем, обалденные. Вот. Беру заказ, беру сейчас денежки. И мы едем на Красную площадь еще. Собирать Афанасия Сергеевича Довгаля в детский сад. Обувь нам там надо купить. Ну, в общем, такое, трусы, майки, штанишки. Так, мы едем сейчас в Титеровку сначала, а потом на Красную площадь. Все, вернула я брюки. Без проблем, просто чек распечатала, потерялся у меня. И этот... Ну, я отдала брюки, и все, там Вова сам напишет заявление, и деньги на счет Фаберлик придут. Можно будет это потом перезаказать. Титеровка. Мы на витамине заехали на заправку, на мойку самообслуживания. Там окна хоть у всех закрыты здесь. Почти, сынок. Папа его из пены сделал. Афоня, темно, ложитесь спать, уже ночь. Да, уже ночь. А пожелания, планы? План, это выйдем. Куда ты сейчас выйдешь, сына, тут? Продолжаем вымазываться. Все, вот она, автомойка. Папа, сколько же стоит это удовольствие? 12 рублей минута, 168 рублей вот это. Угу. Чем быстрее, короче, да? Ну да. Короче, там от минут, да? А? От минут, да? Поминутная. Ну да, да, 12 рублей минута. Пена, ну... дается туда. Ага. Стоянка пустая. Чистая машинка. Какие-то тапки резиновые под эти. Не знаю, зачем они резиновые, дырки что ли. Воняет, да? Пошли. Выбрали тут Афанасию, пойдем скоро мерить. А вы что тут смотрите? Вот эти заливаешь в них воду, через 24 минуты они вырастают. А тут я столько еще игрушек, да, стало? Так, не трогайте, все. Что, набрали? Сейчас будем мериться. Бусики. Наверное. Так, пошлите, все вещи нам подошли. Штаны только не подошли, да? Все, идем, сынок, это твой пакет. Бери пакетик и пошли дальше. Сюда, куда ты? Я лучше обойду. Пошли, Афонь, за папой. Мама, такие классные. Идем в Глорию джинс. Сейчас ничего нельзя, пошли. Стойте так. А ты кто? А я папа. Держи.
Папа, а Афоне куда цепляться, пап? Папа, Афоне куда цепляться? Ну, я понял, что осталось. Держи, хорошо. Раз, два, три, поехали. Идем еще в Декатлон, Афанасию не можем купить штаны. Да. Ням-ням, а потом ням-ням. Потому что 98 на него в поясе широкие, длина хорошая. А 86, а 92 и 86 вообще в поясе отличные, но коротковаты. Ну, короче, не знаю. Нестандартный ребенок, худенький. Так, Афанасию все на физкультуру. Штанишки, шортики, чешки в Декатлоне, все, их белая футболка. Уйди. Да, очень интересные да, ручки просто. Какие, да? А для посуды сейчас уводишь тоже внизу, а у них для кружек внизу. Сейчас модно же, что же снизу. Она. Нет, я просто почему бы... Угу. Ну, смотрится, глянь, как здорово. Под навес мне такую, да? Да, ты что-нибудь пришел сюда, поспал, да, чисто потестил? А вон красный, папа. Красный. А вот этот мне нравится. Mm-hmm. Зашли мы сейчас в Минами. Здесь скидка. Скидка. Все, все заказали, а теперь ждем. А меня кола дула. Да? Только кола? А пицца? Да, а кола дула. Вот скидка. Дети наши пошли на детскую площадку. Есть такая маленькая кухня, можно даже порисовать, только мела, я не знаю, нету. Круто, а тут мягко, да? Тут можно поиграть, да, сынок? Это телевизор. Телевизор даже есть? Я уже не вижу. А, есть, да, вон он, только он не включен. Мультики будешь смотреть? Нам уже поесть. Китайская. Мы сразу, я лично сразу сказала, чтобы нам все сразу принесли, и напитки, и еду, а то мы, как всегда, напитки выпьем, а еды у нас потом нечем запивать. Ну, Гриша, суп с фрикадельками. Это что, не вкусный? Вкусный или нет? А мне это... одни жареные роллы и одни вот такие вот филадельфии. А чуть... Мне роллы. Гриша, суп, пиццу уже принесли. Да, а Антоха заказал бургер. Поели. Довольные, счастливые, можем собираться домой. После нас хоть потоп, да, пап? Да, я нормально. Я тоже. Давайте, дети. Я хочу толкаться. Смешной, да? Глянь, какой смешной. Тебе надо? Пап, у тебя где телефон? А? Фоткай Афоне. Понял. С мистером гамбургером. Афоня, а тебе он не большоватый гамбургер? Ну быстро. Фоткай. Да, улыбаемся, дети. Афоня. Все хорошо. Так, ну что, пошли теперь в Фикс Прайс зайдем, пап. И куда нам идти, пап? Фикс Прайс. Домой. Пошли. Девочка. Девочка Сережа. Девочка Сережа. Где я? Вот я. Ю-ху. Вот так вот будем ходить. Чего? Упал? Да. А дети у меня здесь. Открылся, да, на Красной площади? Так, где? А, большой выбор садовой мебели. Ух ты, глянь, я тоже хочу выбор садовой мебели. Да было у нас как раз денег осталось на садовую мебель. Банок сколько, да. Я не знаю, что это такое. Ну да, ну как склады шикарные. Банки.
Ну как, вкусно? Ну, люди не хотят. Вкусный класс? Ну, у нас литр 42 рубля стоит. Коммерческая, которую хотят покупать. Дедушки все. Я видела. Все, мы дома. Пришло извещение, что что-то с Китая нам пришло. А, заехали в магазин, еще хлеба купили и помидоры, огурцы. 10 покупки с фикс прайса, 2 шляпы для родителей, губки для мытья посуды, 3 рамки для грамот для детских по 77 рублей. Вот эту штуку для подстригания, а то я руками мочу. А вот и мочишь. Голову, я купила голову. Пистолет, а то я руками мочу все время. Салфетки у нас закончились. А это ты душить будешь, да? Да. Кисточки, я это себе. Детям еще одну пачку уже отдала. Фоня рисует ими. За 55 рублей АОС. Вещи. А, я думала вещи. А Фоня. И 2 пачки влажных салфеток. И мою бутылку. Ну, это же твоя бутылка. Я же уже ее показывала. Обрезала я все бирки с вещей Сафониных. Вот. Все вещи. Сейчас я вам покажу, что мы здесь купили. Угу. Так, что мы купили? 3 пары носочков. Я люблю светлые, поэтому это Move Glory джинс. Вот это с Модиса футболочка одна. Вот такая вот. Вот тоже шорты с Модиса. Такие серые обычные, без ничего футболка с Модис. Так, тоже Модис. Это зеленая с машинками. С машинкой, вернее. 2 маечки. Одна вот такая вот, как голубенькая, бирюзовая, голубая, не знаю, какая-то вот такая вот, просто беленькая маечка, тоже Модис. Чешки, это мы в Декатлоне. 2 штанишек, вот эти Демикс, Домиос какие-то, в общем, это декатлоновская фирма, 2 их, шорты спортивные, белая футболка на физкультуру. 3 трусишек в Glory джинс. Еще одни такие же штанишки. Шорты это Антоха выбирал. Glory джинс. Еще одна Glory джинс. И на матрасник пошили нам. Кефир сейчас сделаю, сижу. Так что вот еще, что мы из обуви еще купили. Сандали, а Фоня уже в них убежал. Вот эти вот тапки в группе бегать тоже. И все. Так, война войной, а ужин все равно по расписанию никто не отменял. Так что сейчас пойдем сижу и попробуем копнуть уже молодой картошки. И посмотрим, какая она там выросла. Будем пробовать. И тут вот, да, побольше вот кустики. Вот. Да, сейчас на один раз. А вон, глянь, какой здоровый. Папа сказал, можно бегать. Бегать, вон. Да. Где куст? Да. Мне надо тянуть. Выбирать, да? А, это желтенькая попалась. А, еще и красная. Она тут все вместе, да? 2 куста как-то посередине. Ну, есть картошка выросла. А, это старая, наверное. Ага. Старую сожрали мышки. Так, подожди-ка, сейчас вот еще. Вот еще, да? Все, давай я камеру выключу. Все, мы выкопали. Куста сколько мы? Куста 4, Сержунь? Это вот ведерко маленькое. Вот. Да, это ты, Классина. Вот. Посходила, да, у тебя тыква? Да, посходила. Это огуречки уже так начинают. Да, вот это да, это пришло. Хорошая, да? Угу. Вон еще тыква. Наш ужин это подлива, здесь чуть-чуть свинины, лук, болгарский перчик, томатная паста, сметана. Все это потушилось. Молодая картошечка и куриная грудка, пожаренная на сковороде гриль. Всем приятного аппетита! Спасибо! And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own.